Танки на фоне рассвета. Тут бы картины писать. Но у мотострелкового подразделения сегодня куда более серьезные задачи. Сорвать наступление условного противника. БМП заряжены. Для максимального поражения целей мотострелки будут выполнять стрельбу с дистанции от 800 до 1200 метров. Командир дает последние указания. Броня, я вышка. Первый, второй, третий. Вперед, вперед! Экипажи боевых машин организовали оборону на маршруте наступления противника. Цель – уничтожить легкобронированные автомашины повышенной проходимости, вооруженные пулеметами. Занятия по боевой подготовке проходят в суровых климатических условиях сильнейших морозов, установившихся в Бурятии. А низкая температура в разы усложняет эксплуатацию техники и приборов прицеливания. Следите, вести огонь по целям в такие минусы очень непросто. Но мотострелковое подразделение танкового соединения с задачей справляется. На Блюконице основной убор. Сегодня 3-я стрелковая рота выполнила первое управление контрольных стрельб. Выполнила, считая, своя задача справилась. В эти практические занятия по огневой подготовке мотострелки Восточного военного округа отразили наступление, уничтожив бронетехнику и высокоманевренные автомобили условного противника. А механики-водители еще и отработали навыки экстремального вождения на боевых машинах пехоты в сложных участках местности. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня.